Дорогие сотрудники РКЦ «Велес», друзья и волонтеры, приближается 2018 год. Я хочу пожелать в наступающем году всем здоровья, благополучия, терпения, везения, мира обязательно в каждом доме, в каждой семье. Особое мое вот сердечное пожелание – это вот Александру Борисовичу, да, за его труд, за его вот именно благородное дело, Веронику Антонову, да, вот волонтера, которая предана буквально вот семью себе здесь уже вторую приобрела, вот в виде Люмки и Лосяшек маленьких, вот, и всем-всем вот неравнодушным людям от чистого сердца всего самого-самого хорошего. Пусть Новый год у людей будет хорошим, и желательно, чтобы в новом году у людей было меньше неприятностей и невзгод. Пусть Новый год будет счастливее. Год дружбы, год собаки. Пусть этот год будет самым-самым у людей запоминающимся и хорошим. С наступающим Новым годом!